Привет, друзья! Мы в магазине Dendy и на одноименном канале магазин Dendy. У нас проходил фестиваль Geekon Fest. Приезжало много людей, поучаствовали. Был консольный патруль, были люди из гаража, были откуда еще? Ретро-став-пати, ретро-лам-пати были, да. И музей приставок. Вот они три. Долго готовились, они там вообще с ног валились от усталости, но прошло все на должном уровне. Один я, по-моему, только не смог принять участие, к сожалению. Но я от канала «Магазин Dendy» поехал туда с камерой, мы поснимали. Конечно, мы запоздали с выпуском, времени много прошло, но все-таки ролик мы сделали, и сейчас вы его посмотрите. Андрей, мероприятие еще не началось. Может быть, ты какую-то быстренькую экскурсию покажешь, как все готовятся? Да вообще проблем нет. Проблем ноль. Пойдем. Да, пройдемся. Пошли. Ну, в общем-то, что, смотри, здесь зона с компами. Здесь комплюкторы, отличные мониторы со 40-герцовые, по-моему, Артем, 140 герц на них, да? 120, 100. Ну, короче говоря, картинка плавная, играешь, и прям они же бомбические, они же использовались для графики, то есть там в фотошопе пацаны работали, там в каких-то 2000-х годах, что-то в этом роде. Здесь, собственно, супер ретро-компьютеры, вот Amiga там, да, ведь? Amiga 500. Да, ZX Spectrum и Atari. Можно даже вот прикалываться поближе, глянуть. В общем, сейчас это все подключим, будет работать, сверкать и будет очень весело. Тринитрон телевизора – это музей приставок. Музей приставок привезли все вот то, что здесь. И, конечно же, аркадный автомат Donkey Kong. Он просто выглядит потрясающе, просто бомбически. Я люблю этот автомат, я хочу такой домой. Так. Пацаны тут что-то делают, бейджики какие-то, будет растяжка, я не знаю, это не ролл-ап, а как это по-другому называется, но, в общем, сейчас тоже. Расскажи про бейджики, зачем они нужны? Бейджики, смотри, они разных цветов, то есть вот этот синий, написан ретро-став. Также вот еще здесь есть ретро-лан и музей приставок, то есть если у людей будут какие-то вопросы, и они смогут обратиться, им можно перенаправлять прям. Идите к пацанам в синих бейджиках или к пацанам в черных бейджиках. Ну, каждый отвечает за свою зону ответственности. Так точно, все правильно. То есть компьютеры, ретро-лан, ретро-став, приставки и музей приставок в Нижнем Новгороде. Вот, собственно, ретро-компьютеры и аркадный автомат. То есть так, мне кажется, проще будет. Вот, собственно, все проходит в Glow. Лаунж-бар Glow, отличный лаунж-бар. Ретро-став-пати. Вот пацаны подключают PVM-чики. Все как надо. 20-дюймовый PVM-чик, 14-дюймовые PVM-чики. BNC-разъемы к RGB. У нас вот один с RGB. То есть, чтобы все было, в общем-то, по феншую. В общем, как-то так, мне кажется, мы прошлись. Во что здесь будут играть? О, сегодня будет 5 турниров. Сегодня будет турнир по Quake 3, турнир по CS 1.6, также Guitar Hero на Sony PlayStation, красненькая, он на той он. Значит, по Tetris на Nintendo Super Famicom. Еще будет турнир по масломаршу на проекторе. Проектор не показали, но, в общем, там проектор стоит, нормально все. В общем, будем прыгать, плясать потом в Just Dance. И еще один турнир забыл, пацаны, помогите, Лех, какой у нас турнир, еще один последний, ты не слушал? Тетрис уже был, я говорил. Морталис, конечно же, Морталис на Sega SG. Все на Sega SG, Морталис в супер классном разрешении, по HDMI, там все, эти байты, биты летят, и, в общем, будет сегодня круто, пацаны. Я уже жду, не дождусь, когда все заработает, и народ придет, и будем угорать. Музон плейлист подготовили, вообще бомбический, там 200 треков, в общем, будет классно. Вот так вот. Что мы еще не посмотрели? Да мы вроде уже везде прошли. Вот этот закуток здесь что будет? 27-го PVM из Sega Saturn, если я не ошибаюсь, да, Лех? А, нет, ну да. А, не, Neo Geo, да, конечно же, Neo Geo. Это как матрица Neo, только Geo. Neo Geo — это консоль, которая была выпущена еще до Super Nintendo. Она прожила до 2004 года. Вот в моем конкретном случае здесь представлена не консоль, это аркадный автомат. То есть здесь полностью материнская плата аркадного автомата, она подключена к еще одной плате, так называемому супергану. Вот, он имеет выходы на геймпады, на видео, на питание, и все это в кастомном корпусе. Нормальная тема. Вообще, пошли дальше. Не говори, вообще супер. Тут утром консолька, кстати, не менее редкая. Не засняли, Sega SG там была. Вот еще, смотри, Retro LAN Party, вывеска горит. А где же? А если ты посмотришь сюда, обрати внимание справа, реклама из 90-х была, но уже какой-то мужик. Это уральские пельмени. Ну, походу, да. Но надо переключить. Была реклама из 90-х, она как-то там это, 1:20 пролетела очень быстро. Надо еще что-нибудь включить, что на репите крутить. Вы можете знать Александра по некоторым роликам с канала магазина Dendy. Причем очень хорошим роликом. Мы играли там в Сегу.
в Doom на двух приставках. Да, я удивлен, прям очень хорошо стрельнул это видео. Сань, привет. Привет, привет, друзья. Очень рад вас увидеть. Вот мы тут подготавливаем наш такой совместный фестиваль. Ретро-ставпатия вместе с Ретро-Ланом и музеем приставок нашим нижегородским. Он называется Geek-On Fest. Поэтому мы собрались здесь вот в одном помещении. У нас тут есть зона компьютеров, есть зона как раз ретро-музея с аркадным автоматом, есть наша, вот как раз по консолям. Что ты ждешь от сегодняшнего дня? Ну, я буду надеяться на хорошее настроение у всех посетивших. То, что будет весело, мы поиграем во все игры, поучаствуем во всех турнирах, и всем все понравится. Это самое главное, чтобы... Сам будешь играть? Я буду стараться. Если, конечно, организационный момент меня в этот, не скуют, то да, я бы хотел. Тот же Ultimate Mortal Kombat 3 надо поиграть обязательно. Да, Андрюх, прикольная тема. Я шел с улицы, и вы выставили мониторы вот прямо в окошко. Смотри, старые моники. Здесь и вот здесь. Так точно. Прикольно, слушай, смотрится, как будто это офис банка из 90-х там или фирмы какой-то, как будто там люди сидят, работают. Ну, перепутать, я думаю, это очень просто, очень легко, вообще в легкую. Да, тема нормально. Кирилл, привет. Привет. Ты тоже решил посетить Geek-On Fest? Да, интересное мероприятие, не хотелось пропускать, поэтому я пришел. Ну что, тебе уже удалось тут побродить, походить, поиграть во что-то, может быть? Да, я, слушай, поиграл вот и в Spectrum Robocop, и Cannon Folder поиграл на Amiga. Я поиграл на Neo Geo Battle, так, Double Dragon, да, называется игра. В виде файтинга во вселенной героев Double Dragon. Очень понравилось, мы с другом поиграли. Наверное, больше всего провели время за Neo Geo, там еще огромный такой картридж. Очень много впечатлений оставил. Только, как я понял, там контроллер не оригинальный, а не через переходник. Но очень понравилось. Здесь еще проходит турнир по Quake. Я хотел просто так поиграть, потому что я не киберкотлета. Но не удалось, не дали. Сказали, мало времени, потому что там турнир проходит. Здесь вот стоит Atari. Девчонка играла, я видел в «Звездные войны». Вот. Хотел тоже поиграть, но что-то тут сломалось, сказали, мне не удалось. А там дальше еще Guitar Hero, Sega, турнир по Тетрису проходил. Sega еще стоит, Mega Drive, там играли в Mortal Kombat. Я тоже Mortal Kombat не особо люблю. А еще очень много впечатлений оставил аркадный автомат, который здесь стоит с Donkey Kong. Дошел до второго уровня. Я даже не понял, как пройти второй уровень. Пришлось гуглить. Оказывается, там нужно было перепрыгивать и выключать замки, чтобы пробраться к принцессе. Ну, очень здорово, мне понравилось. Правда, я не попал на первую часть, где здесь какая-то лекция была, да? Да нет, все пришли, начали играть, записываться на турниры. А, просто в расписании было написано, что какая-то лекция будет про историю видеоигр. Слушай, может быть, я пропустил, говорить не буду. Я бегал с камерой и много снимал. Понял. Ну, впечатление очень позитивное. Здорово, что такое проводят. Спасибо организаторам. Это Илья. Илья один из организаторов данного мероприятия. Илья отвечает за ретро-лан пати. Именно благодаря нему здесь эти замечательные компьютеры, сеть. И люди могут поиграть в Counter-Strike, Quake 3 и многие другие игры. Привет. Приветствую. Илья, как тебе мероприятие? Вообще доволен, на самом деле. Не ожидал, что так быстро наберется большое количество людей. Думал, что все приедут уже ближе там, к середине, к вечеру. Сегодня уже в час дня была под завязку практически полная посадка. Супер. Для Нижнего Новгорода это очень хорошо. Илюх, а тебе удалось вообще во что-нибудь поиграть? Сегодня нет. Вот. Сегодня я предпочитаю оставить место игрокам, которые действительно умеют играть, в отличие от меня. Потому что есть кибератлеты, которые сегодня приехали. Ну, пусть они борются, вот. А я с удовольствием посмотрю. Буду заниматься организационными моментами, вот, консультировать. Поэтому я сегодня пока не играю. Возможно, вечером. А в турнирах ты будешь участвовать? Нет, нет. Сегодня тоже не участвую. Нет. Сегодня очень много задач стоит, которые нужно контролировать. Поэтому сегодня надзор и контроль. Вот так. Илюх, а из гаража еще кто-то приехал? Из гаража приехало человек 5 уже, и человек 6-7 приедут в течение часа, ожидаем. Вообще, в принципе, наша делегация сегодня будет здесь, в принципе, в сборе, да.
Скажи, а вообще было тяжело доставить сюда все эти компьютеры, подключить, настроить, со всем договориться? Вообще нет. Ну, вообще было, я бы сказал, потненько. Ну, потому что каждый монитор килограмм 35 весит, а их 6 штук. Ну, еще техника, и аркадный аппарат, и телевизоры старые. Ну, вообще, да, физически это было напряжно. Но у нас бравые молодцы, 4 человека, мы все загрузили, все справились. Нормально. Ну, респект вам за это. Спасибо. Последний вопрос. Да. Где ты взял такую футболку? Я не буду врать, мне ее купила супруга, потому что она знает, что я люблю черепашек-ниндзя, вот, а я действительно их люблю, особенно файтинг, который на 8-бит, на денди. Вот. И она просто говорит, смотри, какая, говорит, тебе надо? Я говорю, да, давай, вот и все. Ну все, спасибо. Не за что. Как тебя зовут? Меня зовут Ярослав Кузякин, а.к.а. Dirigent Metal. Я являюсь одним из участников в организации Geekon Fest в городе Нижний Новгород. Как тебе мероприятие? Хорошее, потому что я участвую в организации, оно не может быть плохим. Люди подтягиваются? Да, потихоньку люди подтягиваются, просыпаются в субботний день. Нам погода благословит. Хорошая эмблема? Да, сам нарисовал. Это ты нарисовал? Я нарисовал, да, эскиз, вектор уже, цвета, это уже другой человек. Он, для того, чтобы можно было отпечатывать типографии, чтобы все было красиво, стильно. Вот. В том числе название, нюанс вот с этими точками, это я предложил, чтобы отнести в качестве отсылки к слову нокаут в файтингах, KO. Нокаут. Вот зачем точки. Да. Вот, собственно... Также у нас есть талисман в виде плюшевой игрушки. Увидите потом позднее. Да, мы заснимем и покажем. Да. Слушай, а ты будешь сам играть сегодня? Конечно, буду. Буду участвовать, буду людям объяснять, подсказывать, что... Хоть тут есть редкие консоли, которые у меня самого в коллекции нет. Там тот же Спека, ZX Spectrum, Atari, этот Neo Geo. Редкая штука, дорогая. Так что очень приятно к ним прикоснуться, особенно поиграть в Metal Slug. Так что, да, буду играть. А организаторам можно в турнире участвовать? В турнире только судить. Только строго, но справедливо судить. Спасибо. Пожалуйста. Geekon Fest посетили известные блогеры с канала «Консольный патруль». Ребята, это Привет. Именно вы ведь сделали журнал «Dendy»? Да, журнал Dendy 25, и еще у нас есть несколько журналов, это личное дело, посвященное Робокопу, Аладдину и Человеку Джиму. И скоро про черепашек-ниндзя, которых вы все любили в 90-х и продолжаете любить. Очень круто. Скажите, вам уже удалось во что-то поиграть на Geekon'е? Я чуть-чуть поиграл в Робокопа, а на... На спектрами. На спектрами, да. Потому что я делал журнал по Робокопу, я там эту игру показывал, и в ролике она у нас показана, но поиграть мне в нее удалось впервые. А я сразу же вцепился в аркадный автомат Донки Конга, ну это чертова обезьяна. 6 раз я пытался до нее добраться, но эти бочки, этой обезьяны меня все время валили вниз. А получилось дойти до верха? Пока нет, но я буду работать над этим. А как вам в целом мероприятие? Вы же достаточно много уже повидали подобных. И в этот раз оно не в Москве, а вот местное нижегородское.
Но в целом, на самом деле, в первый раз на таком мероприятии, где несколько направлений, где несколько людей организовали вот этот замечательный фест. Тут и приставки, и компьютеры, и все это очень органично смотрится, очень много людей. На самом деле в Москве не хватает вот таких коллабораций, чтобы встретились там известные блогеры и устроили что-то подобное. Да, довольно интересно, что само мероприятие – это микс как турниров по ПК, так и турниров на видеоприставках. Так что интересно будет всем, от мала до велика. И причем интересно, что взрослые люди приходят с детьми, и даже детям вполне интересно играть в старые игры. Я видел ребенка, который основательно залип в Тетрис, и те 5-10 минут, которые я играл в Донки Конга, ребенок не отрывался от Тетриса. Ну, ребят, хорошего вам дня, желаю повеселиться. Большое спасибо за ваши комментарии. Спасибо, всем пока. Всем пока. Это Алексей. Алексей представляет музей приставок на Geekkonfest. Привет. Да, всем привет. Слушай, скажи, какие приставки приехали из музея сегодня на это мероприятие? Приставки, к сожалению, на это мероприятие не приехали, но приехали ретро-компьютеры. Это Spectrum, про который мы снимали видео с вами совместно. В магазине Dendy, да. Да. И Atari 1040 ST. Тоже очень прикольный компьютер, очень интересный. Вот. Также от нас еще представлен автомат игровой Donkey Kong. Много людей, которые интересуются приставками, сегодня приходили? Да, людей очень много, все интересуются. Стараемся ответить на все интересующие вопросы. А что ты делаешь? Ты включаешь им игры и рассказываешь? Да, про компьютеры, малейшую информацию. А ты сам во что-то уже сегодня поиграл? Я поиграл до этого, поэтому сегодня нет. Нет возможности, да? Да. Много дел? Много дел. Пускай люди играют. Лех, привет. Привет. Расскажи, а какие приставки сегодня ты принес на мероприятие? Я принес аналог Mega SG. Это high-end Mega Drive клон. Ну, не совсем клон, это консоль сделана на базе FPGA. То есть идеально повторяющая все функции, все возможности Мегадрайва. Любой баг, который был в оригинале, будет перенесен там. Консоль работает идентично, один в один. И я принес аркадный игровой автомат Neo Geo MVS. Это редкая штучка. На самом деле и да, и нет. Почему да? То есть ее достаточно сложно на самом деле купить. Она, в принципе, в России нигде не продается. У меня кастомный вариант, то есть так называемая материнская плата с так называемым суперганом. То есть это то, что переходник на геймпады, питание, аудио-видео выхода. Вот. Еще у меня с ней самый лучший флеш-картридж вообще из существующих от Terraonion. Из Андоры заказывал. Лех, я смотрю на тебе бейджик организатора. Скажи, а за что ты отвечаешь на сегодняшнем мероприятии? Что ты делаешь? Я отвечаю за то, что все, кто записывались на турнир, делали необходимые действия для этого, корректирую нашу команду, перебрасываю там, где кого-то не хватает, и говорю, что кто будет выполнять. А ты сам во что-то играл уже? Сам я пока ни во что не играл, я записался на Тетрис, чисто для веселья. И победить всех. Я записался на Ultimate Mortal Kombat 3. Собственно, по UMK я постоянно занимаю призовые места. Мне просто игра очень нравится. Вот. Очень люблю ее. Ну а как в целом проходит мероприятие, на твой взгляд? Мероприятие проходит немного сумбурно. То есть постоянно что-то требуется сделать, подкорректировать. Но в целом я активно общаюсь с посетителями. Все ровно, всем самое главное, единственное, всем все нравится. Все довольны, все улыбаются, веселятся. Да, я смотрю, очень много народу. Да, мы ожидали примерно столько. То есть расчет был такой. Мы дали рекламу практически везде, где могли дотянуться. В том числе с помощью тебя. Спасибо. Не за что. И с помощью магазина Dendy. Тоже большое спасибо магазину Dendy и Павлу. Ирина, привет. Привет. Говорят, ты продаешь какие-то значки. Да. Может, вот расскажешь поподробнее? Такие крутые пиксельные значки.
Ты сама их делала? Самые разные, да, я делаю их сама. Это все, что это осталось? Это своего рода, да, пиксель-арт. Все, что осталось, да, раскупили. Да, я тоже себе прикупил. Я купил себе вот такого вот Марио, значок. А вот это что за штучка? А, это картинка, вешать на стену, украшать, что-либо, да, смотреть и ностальгировать. Как тебе мероприятие? А, мероприятие очень крутое. Я очень рада, что сюда пришла. Очень рада, что являюсь частью всего этого. Это очень круто. А ты уже играла во что-нибудь? Да, я играла в «Муслмарш». А в турнире в каком-нибудь будешь участвовать? Ну вот в турнире по «Муслмарш» участвовала, да. Поучаствовала, не выиграла, но все равно было классно. Все, супер, спасибо. Здравствуйте. Владимир, приветствую. Да. Владимир, я так понимаю, вы один из организаторов сегодняшнего мероприятия. Есть такое, да. Вот. Скажите, пожалуйста, у нас есть к вам немного вопросов. В первую очередь нас интересует, а какую помощь вообще вы оказывали мероприятию Geekon Fest? Не, ну на самом деле я поддерживал, наверное, моральный дух нашей команды, всех ребят, которые, собственно, занимались делами. Я поддерживал моральный дух, поставил свечку за них обязательно, чтобы все прошло лучезарно и великолепно. Так сказать, мы отправились в захватывающее путешествие в прошлое, окунулись в мир того, что было тогда. Так, отлично. Скажите, пожалуйста, Владимир, а какие-то сложности были вообще организационные, может, технические какие-то проблемы вот, по установке? Да, мы не могли нормально розетку воткнуть, насколько я помню, в штепсель. Штекер у нас не подходил, но нужно было просто перевернуть. Ну, то есть, как бы, таких особых... А, еще с HDMI мы очень долго мучились, не могли найти вход правильный. Мы почему-то думали, что это на тюльпаны нужно было перекидывать. Вот. Собственно, да, это как-то так происходило, но мы справились. Ну, вы решили, да? Да, то конечно, мы справились. Все отлично. Так, хорошо, Владимир, а скажите, пожалуйста, а во что вообще, вы планируете во что-нибудь поиграть? Но сегодня у нас будет проходить достаточно много мероприятий. Это как, блин, дождик этот гребаный. Турнир по Quake, Quake 3, вот, собственно, он сейчас проходит. Турнир по Counter-Strike 1.6. Что там еще? Да вообще полностью все дэндиские движухи, ретро-движухи, Sega и так далее. Все будет, все есть. Отлично, отлично. Еще вопросик такого плана. Я слышал, что какие-то спецгости сегодня на мероприятии у нас есть. Скажите поподробнее. Да, у нас это уже будет более к закрытию вечеринки, да, то есть это уже когда все турниры все пройдут, все наиграются. Собственно, приедет Артем Найс. Он задаст атмосферу полного погружения в музыкальную индустрию того времени. Вы это все увидите в дальнейшем. Я думаю, вставки будут обязательно. И приезжают еще ребята. Консольный патруль. Я так и знал, что я забуду. И приезжают еще ребята. Консольный патруль. Откуда они? Из Москвы. Отлично. Они проведут здесь. Очень большой кипиш наведут. Я более чем уверен. Это все нужно будет вам посмотреть обязательно. Так, так, отлично. А вечером, значит, будет тусовка, да? Какой-то, да, ты говоришь, диджейская вечеринка, да? Ну, не без этого. Мы, естественно, немножечко разгонимся. Я думаю, немного разогреемся. Кто как чего, да? То есть, блин, не стоит, наверное, упоминать про алкоголь и тому подобное, ну, лишний раз. Ну, все накушаются, во-первых, самое главное, что все накушаются бургеров самых вкусных. Бар Glow, если что, реклама, свяжитесь со мной. Вот. Все накушаются, все будут довольны, сытые, наигранные, с кучей эмоций. Вообще все будет супер лучезарно. И будут танцевать, да? Танцевать. О, да, это будет обязательно. Так, отлично. Владимир, последний вопрос, самый важный, на самом деле, касаемый сегодняшнего мероприятия. Скажите, пожалуйста, какой у вас размер ноги? А, размер ноги – это вообще отдельная история. Вот данные кроссовки написаны 50-го.
Ну, то есть вот данные. Вообще так по русской размерности, то это где-то 49-й. Ну, 49-50, угу. Где-то так. Ну, вам помогает это вообще в решении вопроса? Это дает мне немножечко устойчивости. Устойчивости в моей жизни, вообще в сфере всей. Да вообще везде. Самое главное, что твердо стоять на ногах. Уверенно. Владимир, спасибо вам большое за интервью. Очень приятно вообще. Да, собственно... Проходим. Спасибо. Артем, ты отвечаешь за организацию турнира по Quake 3 на компьютерах. Да, я. Слушай, а тяжело было их сегодня подключать вообще? Да нет, мы изначально на прошлой неделе все подготовили, все компьютеры проверили, запустились, подключили, все готово. Мы просто сегодня приехали, собрали и все, в принципе, больше ничего не делали. Проблем сегодня никаких не возникало? Проблем нет никаких. А сколько человек играет? В Quake у нас сегодня 30 человек зарегистрировано. А по сколько времени матчи идут? Отборочный матч у нас идет 10 минут, либо до 100 фрагов. То есть фраг-лимит у нас 100 и 10 минут. Угу. Так, а среди людей играют в основном любители или есть какие-то профессионалы, есть которые приехали? Есть профессионалы, которые пришли со своими девайсами, то есть клавиатура, там мышка, со своими настройками, конфиг, которые вбивали на компьютере. А свои личные файлы у нас запрещены. Вот только чисто рука, грубо говоря, и... Настройки. Настройки, да, глава. Все. Слушай, у тебя, я смотрю, совсем нету времени. Ты вообще сегодня хоть во что-то сам-то успел поиграть? Я поиграл с другом в Unreal Tournament 2004, как обычно, я был впереди. Хотелось бы принять участие в турнирах, но, к сожалению, у меня времени не хватает, и следить за всеми не получится. Ну, может быть, попозже, когда турнир закончится? Когда закончится, да, в принципе, я готов поиграть, составить кому-нибудь компанию. Во что хотел бы сегодня поиграть? Наверное, в Unreal поиграл бы. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Дмитрий. Дим, тебе уже удалось во что-то поиграть? Да, конечно, потому что я уже поучаствовал сам в турнирах, трех турнирах, про рестлеров на Wii, в Quake 3 и, конечно же, еще на Super Nintendo в Tetris. А как вот. Тебе мероприятие вообще в целом? Но оно у нас получается более гибридное, потому что ребята так-то, организаторы, получается, из подвала, ребята, ну, там, гаражи, вроде, получается, да, и еще ретроставщики, да, которые организовали все это мероприятие, Geekon Fest. И музей приставок. И музей приставок, конечно же, да. Классно, классно. Людей много, дышать сложно, держимся, хоть вроде бы погода дождливая, но нормально, хорошо. В турнирах всех я проиграл, но главное все-таки участие. А вообще, в какие-то приставки, может быть, поиграть помимо турниров? Вот аркадный автомат я там видел. Да, блин, я все пытаюсь до него добраться. Очень много просто желающих, и когда-нибудь я до него доберусь. Потому что интересно поиграть в Donkey Kong, вроде бы, да? Если я не вру. Первого. Кажется, да. Вот. Спасибо. Так, ну что, друзья, посмотрели, как вам этот выпуск? Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это был экспериментальный выпуск. Вот. Ну, думаем, если вам понравилось, мы еще продолжим в таком духе. Будем экспериментировать.